клиентуры, с пациенты, которые приезжают из Российской Федерации, да, и остальные тоже страны СНГ, как, например, Казахстан, там бывают у нас тоже пациенты из Азербайджана, из Армении, да, тоже, да. Ну, больше всего качество клиентуры бывает именно из Российской Федерации, там, естественно, из Москвы, из Питера, да, есть тоже из севера тоже приезжают, например, Екатеринбург, там, где там Уренгой тоже бывает, много там очень такие добрые, там теплые люди приезжают, естественно, да, которые им больше всего интересуют там наши процедуры, естественно, с морской воды и разные обертывания, которые делаются с водорослями, да, и с грязью, потому что больше всего, как вы знаете, в России климат, он разный бывает, да, это есть сильная зима, холодная зима, которая все там действует на суставы, действует на кожу. Кожа бывает сухая обычно, надо ее увлажнять, надо ухаживать за нее, за лицом тоже, да. И, естественно, солнце, которое тут у нас бывает хорошее, и летом, и зимой. Зимой, даже зимой бывает погода тепленькая, значит, не так холодно, либо морозно бывает тут. Иногда там маленькие дожди, но обычная температура между 15, зимой, да, 15-18 градусов, иногда до утром рано бывает до 10-5. Я буду очень рад познакомиться впервые с вами, да, узнать, на какие проблемы вас больше всего беспокоят, да, и как я могу, естественно, вам помочь. Тут с нашими процедурами или просто-напросто там побеседовать, да, чтобы узнать, как могу вам помочь. И, значит, буду очень рад, чтобы это было эффектно и полезно для вас, чтобы вы, если вы будете довольны, это самое главное, там, как профессионал. Талас-терапия уже больше, чем 5 лет, значит, у меня есть мнение над процедурами, и это будет интересно, чтобы я вам посоветовал именно процедуры, которые будут полезны для вашего организма, как лечебные, либо как профилактика на разные заболевания, которые можно найти в нашем веке, да, естественно, при стрессе, минимальный стресс, который у всех. Разница между летними программами таластерапии и зимними? Обычно летом, значит, программы, которые бывают, это больше всего идут как расслабляющие, для расслабления, как выводить личный там стресс, который можно там на работе все это накапывать. А то еще антицеллюлитные программы. Антицеллюлитные программы, они больше всего идут летом, потому что, как вы знаете, летом море, летом это уже теплота, значит, меньше одежды бывает и всякие там целлюлит или там неровные там места, они уже бывают больше видны. Значит, летом бывает сезон, который в нем можно делать процедуры антицеллюлитные, как разные обертки, разноводные процедуры идут, как антицеллюлитные тоже, да, и аппаратные. Значит, а то еще там для расслабления можно делать процедуры просто-напросто, чтобы расслабиться. Для расслабления, чтобы успокаиваться, чтобы вернуть в тонус организм, да. Или обычно там можно делать там массажи, там как погружение, как в четыре руки, что-то как деликатес. Это уже летом. А зимой больше всего уже будем направлены на суставные проблемы, проблемы со спиной, там, естественно, если бывает там остеохондроз, артрит, артроз, тоже это поможет там. Естественно, при грыже есть какие-то процедуры, которые меняются, но есть тоже процедуры, которые противопоказаны. Вот зачем всегда, когда у меня бывают свидания, да, с пациентами, я всегда спрашиваю, именно грыжа, сколько миллиметров, и если лучше всегда с собой привезти свои снимки, чтобы это все было видно. Всегда лучше иметь при себе карту. Нужно ли при себе иметь медицинскую карту, когда есть талас-терапия с целью лечения? Целью лечения, если есть возможность привезти с собой, там, например, какие-то там МРТ, нам там снимки, там, либо там УЗИ, какие-то там специфичные проблемы, это всегда лучше иметь с собой, там, чтобы
понять. Может быть, тут, например, центр бывает именно там русскоязычный врач, который может понять, а есть центры, которые, может быть, там бывает там язычный барьер, который лучше иметь снимки, чтобы просто он понял, чем не то понять. Ну, слава богу, значит, если можно, ну, даже мне, что если можно там привести, то всегда будет легче там, чтобы знать, сколько миллиметров, какие там, в какой части там позвоночник бывает грыжа, да, и чтобы это не повредило всегда, на всякий случай. Естественно, зимой тоже можно там ухаживать за лицом тоже, там уже солнце не такая сильная, как я. Значит, можно делать там очистки, там разные процедуры, укрепляющие, там, восстанавливающие для лица, и вот вокруг глаз. Естественно, можно делать программу против тяжести, варикозные проблемы тоже там, и отеки, которые иногда бывают. Если коснулись как раз темы лечения отек ног, снимки, медицинская карта, тогда какие бы ваши были пожелания для и рекомендации для людей, которые приезжают сюда именно с диагнозами? То есть именно вот то, что относится к разделу лечения. И разница вот между профилактикой и лечением. То есть люди могут уже с диагнозом приезжать, могут они с диагнозом приезжать? Естественно. Они могут приезжать с диагнозом, может быть, у них уже они начали какой-то процесс делать дома с физиотерапевтом. Легче было бы, чтобы они привезли, например, какие там специальные зарядки, специальные маневры, может они давать, чтобы наши физиотерапевты уже доканчивали, уже, как сказать, не сначала все возвращать, да, чтобы они как продолжили сделали этот процесс, чтобы это более эффектно, и мы тут уже добавляем наши уже, как сказать, специфичные процедуры, которые они будут зависеть от каждой там диагностики, каждой там у каждого же свои проблемы, значит, это будет как-то индивидуальная, персональная там программа.